Всем привет, друзья! Именно так биткоин вчера и полетел ракетой из-под воды, поднявшись на 9% с 18 700 на 20 200 примерно. Но недолго музыка играла, как вы, наверное, уже знаете. И после этого мы упали еще ниже, нарисовав знаменитый паттерн на крипторынке Барта Симпсона. И снова все заговорили о том, что крипта — это скам, туза дно, и нас ждут цены еще ниже. Но после этого смотрите, что происходит. Мы снова отпрыгиваем от этих уровней. Давайте попробуем разобраться сегодня, что происходит на крипторынке и чего нам ожидать в ближайшее время. Поэтому, если вам нравится криптоконтент, не забудьте, пожалуйста, раздавить кнопку лайк и проверить подписочку на наш канал, чтобы не пропускать следующие видео. Поехали! Итак, во-первых, естественно, нужно не забывать о корреляции с индексом доллара. И вчера, что мы видели, что у нас был тут дабл-топ, и индекс доллара пошел вниз. Собственно, на этом движении мы и запампились. Но после этого индекс доллара улетел еще выше. И на 4-часовом таймфрейме мы, конечно, видим дикую перегретость, красную точку, RSI выходит из перекупленности. Поэтому, наверное, разумно ожидать какой-то коррекции и, соответственно, пампа всех других активов. Потому что, еще раз вам говорю, посмотрите 4-часовой таймфрейм. Каждый раз, когда индекс доллара так сильно растет, это было у нас вот здесь и вот здесь, мы видим после этого коррекции, как минимум до сетки EMA Ribbon на 4 часах, а как максимум даже проваливаемся ниже нее. То есть сейчас тоже я считаю, что разумно ожидать коррекции, но, конечно же, может быть шпилька перед этим. Поэтому нужно быть предельно осторожными сейчас. Что с фондой при этом происходит? Давайте-ка посмотрим. S&P-шечка у нас обновила июньский лоу, но, естественно, ребята, как мы с вами понимаем, напрашивается сильный отскок. Локальный. При этом NASDAQ у нас еще не обновил июньский лоу. Акции MicroStrategy вообще показали восходящую динамику по низам. Поэтому тут ситуация, конечно, спорная. Что по биткоину? Биткоин не обновил июньский лоу. Эфириум держится еще лучше. Посмотрите сами. По эфиру у нас вообще сейчас уровни на 40% выше, чем июньский лоу. Поэтому все еще может круто измениться. Потому что по-хорошему напрашивается, как минимум, шорт-сквиз. Но что меня больше всего порадовало, так это ваши комментарии. Поэтому обязательно их пишите под этим видео, мы будем их разбирать. Многие пишут: да какой нафиг to the moon, какой рост, гриня, ты посмотри, какая геополитика, мобилизация, военное положение и все дела. Рынки будут только падать. Но вы знаете что? Я тут специально для вас нашел вот такой вот график. Посмотрите, это график фондового рынка, на котором отмечены все крупные военные вторжения. И как вы можете видеть, практически без исключения в моменте военных действий у нас с вами идет бычий рынок. Или как минимум он продолжается чуть позже. То есть даже сильных дампов мы здесь не видим, включая оккупацию Крыма и ввод войск в Ирак и так далее. Поэтому да, это ответ на ваш вопрос, может ли быть бычий рынок на фоне военных действий. Да, может, как вы можете видеть. Теперь, мне очень понравился комментарий чувака под последним видео. Он написал: «Гринь, посмотри на Cypher на трехнедельном таймфрейме». Собственно, давайте мы с вами это и сделаем. Что мы здесь видим, ребята? Мы видим очень серьезную историю. Мы видим зеленую точку на трехнедельном Cypher'е. Давайте обратим внимание, где мы видели еще такие же зеленые точки. И как вы можете видеть, их было всего 3, то есть 2 до текущей. И каждый раз они были на дне рынка, на абсолютном дне. И уже практически перед разворотом, то есть на первых зеленых свечках. Как бы поскольку мы смотрим свечи Хайка Наши, у нас, соответственно, все еще красная свеча, но это нормально, поскольку цвет эти свечи меняют немного позже, чем обычные. Соответственно, ребята, это еще один сигнал нам в копилку, что, похоже, это дно цикла. Опять же, обратите внимание, как низко мы ушли под сетку EMA Ribbon, такое было у нас только вот здесь. И каждый раз, когда мы уходим сильно ниже или выше этой сетки, рынок так работает, что мы возвращаемся потом к ней и, соответственно, отклоняемся даже от нее в другую сторону. Поэтому, ребята, очень похоже, что мы на дне, потому что вы помните, да, у нас здесь случился и P-Cycle Bottom. Посмотрите, кстати, P-Cycle Bottom сигналит раньше этой зеленой точки, но сигналят они всегда вместе, как здесь, здесь и здесь, да? Плюс на недельном таймфрейме мы имеем Death Cross 20 и 100 мувингов,
каждый раз, опять же, он у нас происходит четко на дне медвежьего рынка. Причем сначала у нас происходит этот дескросс, потом P-Cycle Bottom, и потом появляется зеленая точка на трехнедельном таймфрейме. Ну и на недельном, кстати, тоже таймфрейме. Посмотрите, у нас три синих горбика с зелеными точками, и на третьем с зеленой точкой у нас происходит разворот. Правда, здесь, конечно, все в красных точках, немного похоже на манипуляцию, которая была вот здесь вот у нас, между второй и третьей точкой. Поэтому, конечно, еще немного попадать мы всегда можем, надо этот вариант не исключать. Но также многие пишут: Грин, ты не прав, дескросс — это на самом деле пересечение 50-го и 100-го мувингов на недельном таймфрейме. И я вам отвечу, ребята, дескроссы бывают разные. Дескросс может быть на любом мувинге, хоть там на 7-м и 15-м, просто они означают разные. Но здесь, да, я соглашусь, что самый распространенный дескросс у нас — это 50-й и 100-й. И что мы видим? Он появляется точно так же, только еще позже, еще ближе к разворотной точке цикла. Он появляется... То есть почему мы смотрим 20-й и 100-й? Потому что он как бы предупреждающий сигнал. Он нам говорит чуть заранее о том, что будет вот этот дескросс. И вот мы видим, что действительно эти дескроссы тоже совпадают у нас с одном цикла. Поэтому, ребята, с точки зрения индикаторов, у нас с вами абсолютно четко просматривается потенциальное дно этого цикла. Опять же, посмотрите на RSI. RSI у нас также валяется в глубокой перепроданности. Это все не означает, что мы прямо сейчас развернемся и начнем тузамунить. Давайте вернемся на трехнедельный таймфрейм и обратим внимание еще раз на эту зеленую точку. И теперь посмотрите на месячный таймфрейм. На месячном у нас с вами зеленой точки еще нету. Но как мы можем видеть, когда разворот наступит, она появится. То есть, опять же, трехнедельный – это у нас как бы предупреждающий сигнал, что вот-вот у нас с вами здесь появится зеленая точка. Это как бы неумолимый процесс. Тем более RSI, кстати, у нас находится в такой глубокой перепроданности, где он еще вообще ни разу за всю историю не был. Это что касается макрокартины. Вот, по поводу инфляции, гиперинфляции, я вам уже тоже много раз говорил у нас в чате и в Телеграме. Кстати, обязательно проверьте подписочку на наш Телеграм-канал, потому что там все эти новости вы будете получать гораздо быстрее, чем из видосов в Ютубе. Поэтому что? Очень плохой климат в макроэкономике, гиперинфляция и так далее, это хорошо для биткоина, потому что биткоин был создан как хедж от инфляции, как иголка, которая проткнет пузырь ФРС. Если вы это понимаете в долгую, то вы зарабатываете. Теперь смотрите еще какой прикол. На месячном таймфрейме мы проводили на дне рынка, после обозначения точки абсолютного дна, мы проводили еще 4 месяца в этой зоне. Посмотрите, здесь, здесь и потенциально здесь, ребята. То есть мы все еще находимся в зоне накопления, где смарт-мани аккумулируют. Кто такие эти смарт-мани? Это киты. А кто такие киты? В 90% случаев это сами биржи. Это биржи, которые аккумулируют у нас с вами BTC, которые мы им отдаем за бесценок. Поэтому поведение людей не изменишь. Надо понимать, что как раз в такие жесткие моменты, когда все летит в бездну, кто продает-то? Продают те, у кого денег мало. Розничные инвесторы, трейдеры, мы с вами, грубо говоря, продаем, потому что нам надо спасать свои задницы. Нам надо покрывать ренту, еду и так далее. А тем, у кого много денег, у них есть подушка безопасности, им не надо завтра идти в магазин и продавать свое портфолио в минус 50% или в минус 80%. Вот это надо понимать, что нам нужно быть с вами на правильной стороне рынка. То есть вот, когда мы видим медвежий рынок – это время для возможностей и для аккумуляции. Поэтому я все еще побычно настроен на биткоин, ребята, но оговорочка не на всю крипту, не на весь крипторынок, потому что все эти десятки тысяч щиткоинов, конечно же, ждет фиаско. И останется, я не знаю сколько там, 5, 10, 20 монет. Ну, как и в пузырь доткомов. Как остались Google, Amazon, Apple. Также останутся, я не знаю кто, биткоин, эфир, там, еще какие-то проекты. Вы знаете, в какие проекты я верю, я много раз с вами об этом говорил уже. Поэтому есть только один способ узнать, это немного подождать. Но что еще интересно, на дневном таймфрейме по RSI у нас вырисовывается бычья дивергенция. Посмотрите, мы обновляем лои, но при этом RSI растет. Это хороший знак, ребята. Это говорит нам о том, что в целом мы готовы к развороту. Вот здесь было что-то подобное, если пренебречь вот этими фитилями по телам свеч, мы тоже видим подобную дивергенцию. При этом, как вы можете видеть, когда RSI поднимается над MA-шкой, как это было вот здесь, и начинает от нее отталкиваться, собственно, мы идем в аптренде. Вот сейчас мы тоже, посмотрите, поднялись над MA-шкой. И тестируем ее как поддержку прямо сейчас. Поэтому, друзья, для меня все еще вот эта свечка, она бычья. Несмотря на то, что она выглядит как разворотная,
Тем не менее, я жду, что мы начнем повышаться прямо отсюда. Прямо отсюда или спустимся еще чуть ниже. Это не имеет значения в среднесроке и тем более в долгосроке. Ну и потом по фиатным валютам. Видели, да, вот этот график? Это, конечно, было вчера. Сегодня, наверное, биткоин уже сдал позиции. Но тем не менее, за неделю все фиатные валюты, а также золото просели к доллару на 0,7, на 1,5, на 2, на 3, на 5%, как британский фунт. А биткоин вырос на 6,3%. Поэтому это нам показывает еще раз с вами, что является действительно будущим денег и жестко дефицитным антиинфляционным активом. Вот и все, что я хотел вам сказать, ребята. Не забывайте, пожалуйста, что это время возможностей, что наша задача накапливать, а не распродавать внизу. Когда актив падает, мы его с вами покупаем, когда он растет, мы его распродаем. Все очень просто, если не усложнять. В общем, не знаю, как вы, а я скупаю все эти медвежьи настроения. Вчера был уже неплохой плюс вот здесь, вот я не стал его фиксировать, потому что я еще раз говорю, я жду гораздо более высоких отметок. Даже локально по биткоину я жду отметок там в районе 30 тысяч долларов, как минимум. Поэтому я свои позиции держу, вы делайте как хотите. Можете накапливать со мной, можете брать шорты. Дело сугубо ваше. Все ссылки в описании. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. А, ну XRP, конечно же, XRP, чуть не забыл. XRP у нас с вами дипанул, что, собственно, не мудрено после такого пампа. И давайте-ка посмотрим, куда он упал. Ну, тут надо понимать, конечно, откуда натягивать еще сетку, потому что здесь был сдутый импульс, здесь был сдутый, возможно, что вот отсюда. Пифагор, по-моему, говорил, что надо натягивать от того импульса, который не скорректировался более чем до 0,5 уровня. Соответственно, мы сейчас по XRP сидим на золотом кармане. Возможно, что это хороший уровень для покупок и разворотный уровень. Но также, возможно, что если мы его не удержим, то 78 уровень — это следующая цель, то есть 38 центов по XRP. Вот эту зону я бы лично выкупал, если вы верите в Тузамун XRP, а я в него верю, ребята. Несмотря на то, что я не верю в успех этого проекта, я считаю, что он провальный, но тем не менее, я думаю, что мы увидим еще лебединую песню по XRP, и по многим другим альткоинам, кстати. Им ничего не помешает запампиться, даже на фоне того, что они в целом-то нахрен не нужны. Вот, что я думаю насчет этого всего. Но по XRP к битку, кстати, немножко другая ситуация, потому что к битку он особо не корректировался еще вот отсюда, и мы сейчас приходим как раз к 0,5 уровню. И тоже, возможно, что он окажет сильное влияние, но если нет, то, наверное, 0,618. Опять же, вся вот эта зона, на мой взгляд, предыдущее сопротивление и поддержка, пригодна для аккумуляции. Как-то так. Всем спасибо, что посмотрели. Торгуйте осторожно. Всем профитролей. И до встречи на стриме. Пока.